Чтобы накопить на квартиру, среднестатистической семье в Карелии нужно 8,1 года. В федеральном рейтинге доступности жилья республика занимает 42 место из 84. Легендарная полярная экспедиционная яхта «Альтер-Эго» пришвартовалась в Петрозаводске на одни сутки, а после продолжила путь к архипелагу «Земля Франца Иосифа». Карельская спортсменка победила на всероссийских соревнованиях недели легкой атлетики. Анжелика Васильева получила золотую медаль за прыжок в высоту на 175 сантиметров. В Сартовале установили памятный знак погибшим при исполнении служебного долга пожарным и спасателям. Право открыть памятник предоставили супруге и сыновьям Василия Гусева, погибшего 25 лет назад. За прошедшие сутки в республике выявлены 46 инфицированных коронавирусом, среди них ребенок. Один человек умер.